Всем привет, это наша любимая игра «Родина», и давайте вместе немножечко поиграем. Итак, у нас продолжается битва, я взяла себе кормлёшку, и мне потом останется еще одно задание, наверное, туристов. Не знаю, посмотрим. Кормлёшка у меня идет пока очень медленно, корма заготовки заранее не было. Вчера вечером всех перекормила. Надо улучшать кормлёшку, но пока до этого я не дошла еще. Изумруды пока и ходят на совсем другое. Ну, неважно. Кормим и так, кормим. Сейчас проверим, что у нас у домики. Так, управляем. Осталось 12 часов. И все. Так, коровы все закончили. Хрюши. Есть голодные хрюши. А, ну фактически я уже сотню сделала почти. Сейчас курей покормлю и будет 100. Если покормлю. Это уже другой вопрос. А ровно 100 есть. Корм, конечно, делается, но будет немножко долговато, потому что. Так. Пшеницу поставила и купить, посмотреть, может, корма продает кто. О, уже поздно. А корма есть для коровок, были. Так, ну в общем, с кормами не судьба. Пойду проведаю туристов, что им нести надо, что-то нет. Все в процессе. Стоп, а это кто-то взял, да? А, ясно. Ой, кормлёшка. Двойная кормлёшка. Активная кормлёшка. Так. Прикол в том, что если я хочу брать туристов, то мне желательно уже не открывать тех, что начинают накапливаться. Ну, как-то так. Ха. Мне надо. А там будет 4 или нет? Там что-то есть, но что? Без понятия. Сколько штук, не знаю. Ага, как раз 4. Есть. И я хотела мрушку поставить. 1, 2. Поставила. Для туристиков своих. Что я могу еще заранее сделать, я не знаю. Так, это в процессе. Шоколадный тортик. Ой, как не скоро это будет. Посмотрим. В принципе, это будет. Но очень не скоро. Так, нам сюда. А чё я не поставила жареных креветок? Кто знает? Я не знаю. А по идее это должна была. Ладно. Тут вообще ничего, да? Тут не судьба. Все, домой. Пока мясь нам сюда не надо. Надо жареных креветок поставить на самом деле. Домой. И теперь опять курям. Куры, простите меня, я вам корм не заготовила, по-моему. Могла бы сейчас покормить, а нечем. Так, у нас есть молоко, как выяснилось. Так, и одну поставим. 1. И здесь нам надо поставить 1, 2, 3, 4. Так, там сделали. Ой, что-то у нас заводик вообще загулял, спит. Какие там
Надо были шпроты. Или я ошибаюсь, или килечка. Кто-то чего-то просил. А, две килечки. Килечка. На рыбалку. Сам брать. Так, 14, 15. Раз, два, три. Килечка. У томатики. Раз, два. Мы поставим еще. Типа запасная. А вдруг кто-то еще захочет. Увидит, что тот взял. И скажет, и я хочу. А у нас нет. Непорядок. Раз. Ну, и шпротиков тогда, да? Раз, два. Хорошо бы молочко хоть раз поставить. Но вот вечно то сахарка нет, то еще чего-нибудь нет. Так, один сырок. И вот такое одно есть. Нам сюда. Ха, появилось одно, нет второго. Так, молочный коктейль. Все, тут мы поставили. А когда будет у нас ближайшее? Ой, 4 минуты. Сначала еще поросятинку ждать. А потом еще 4 минуты 15 секунд ждать, пока приготовится. Ну, в общем, куры ждем. Никуда не расходитесь, а ждите, сегодня покормят. Не, ну я могу попытаться еще раз, конечно, зайти в газетку. Но сразу говорю, шансы у вас нулевые. Надо было яичнику забрать. Что, я не забрала? Руду хочу, руду взяли. О, газетка свеженькая, нам сказали. Та газета была не свежая, не смотрите на нее. Вот вам свежая. Капуста. Надо выручить девочку, она продает. Так. Раз, два, раз, два, раз. Ой. Пчелы опять все доедают. Ну что же они такие у меня? Вечно голодные. Приходите, помогайте. Стоит. 3-4. Так. Угу. 2. Есть. А ты вообще спишь, да, Заводик? Очень печально. Значит, надо пойти взять креветок хотя бы. Хотя бы креветочки поставим. Будем будить заводы. Раз, два. Ага. А у нас такое тоже должно быть. Одна. Пшеничка, пшеничка. Пшеничка. Стоять, нет места. Ладно. Что-то еще есть, кроме пшенички. Только пшеничка. Ладно. Пшеничка, так пшеничка. Поговорили. Так, куда нам еще куда пойти поставить? О, спимс. Тут уже все. Можно, в принципе, сделать еще гавайской. Пойду схожу. За ананасами. А тут завод вообще уснул и не собирается просыпаться. Юбочек хватает, галстуков хватает. Вот чего не хватает, того и не хватает, называется. Есть. Сейчас возьмем, поставим. Или не возьмем. Тоже как вариант. Раз. На три. Нетки возьмем и поставим. Раз. Все, стоит. Ткань поставили. А, мы собирались на курортную зону. Чуть было не забыла. Вот так отвлечешься на минуточку. Не забудешь, куда и шел.
так, все, и тут все. Оп. Лопаточкой подкопали и посадили свеженькое. Ой. И посадили свеженькое. Есть. Еще одну возьмем. Первого места не хватит. Ну, сколько взяли, столько донесем. Больше у нас не помещается. Так, пицца гавайская, свеженькая. Так, креветочки, пожалуйста, нам насыпьте. Ой, я вспомнила насчет креветочек. Это ж тяжелый суп. Я ж хотела еще ставить сейчас. Еще вот так. Где? Где? Вот. Лимоны у нас должны быть. Главное, что. Так, лимонов мы нарвали. Вишни нам не надо. И идем сюда. Ха. А креветки? А креветки сейчас мы насобираем. Заводы должны все работать. Во-первых, это дополнительная продукция. Во-вторых, опыт. Мы становимся очень опытными игроками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, один лимон. А тут у нас что? Ой, тут у нас тоже все печально, да? Три, четыре, семь, три. Раз, два, есть. Так, нам нужны батоны свежие. Ой, ой, а это будет, да? Будет. Это вообще отлично. И теперь было бы нам неплохо понять, какой завод у нас отдыхает. Ха. С первого раза. Надо поставить черный шоколад. Потому что черного постоянно не... Хотя не хватает мне вообще в принципе. Вот таких заводиков надо по парочку. Чтобы раз и сразу два. О. Тут были помощники. Спасибочки. Спасибочки. А тут тоже спасибочки. А тут. Спасибочки. Я бы сама, наверное, никогда не догадалась что-нибудь найти в зарослях в этих. Ну, не хочется их двигать туда-сюда. Уже стоят, как говорится. Но люди находят. Они находят, чтобы помочь, а я не могу найти потом, чтобы помощь принять. Вообще смешно. Все? Мало ли, надо проверить. О. И вот туточки, и тамочки. Так. Спасибочки. Вот это мои пчелы сегодня. У них прям праздник. И завтрак состоялся, и обед состоится. Так, что у нас здесь? У нас здесь корм. А кормить есть кого? Кормить есть кого? Два, три как раз. 103. Одна треть готова. Так, какие корма у нас есть? 4 коровы. А овцы есть. Но почему-то есть не хотят. Бракованные попались. О, они еще не скоро захотят. Так что надежды на них никакой. Ищем корм для курятины. Кусочек карты, конечно, соблазнительно, но не сейчас. Это мы возьмем. Пшенички я возьму. Ну, или не возьму. А, я хотела проверить, еще какие заводы спят, и так до конца я не поставила ничего. Пособирала. Увидела животных, обрадовалась. На том и остановилась. Так. Ха-ха-ха. У нас ничего нигде. Значит, ставим просто сегодня, делаем черный. Так, а этот заводик никто не заправил. Так, раз, два, три, четыре. Работать. Раз, два. Этого хватать. Этого нету. Ну, вот так еще как вариант. Что еще можем поставить? Походу больше ничего. О, фруктовый. У меня вообще его нет. Так, и надо поставить огурчики, помидорчики. Раз, два, три. Ай, помидорчики-то закончились. Кабачочки нам не особо надо, но пусть будет.
Пчелки летают. Есть. Садим горошечек. Так, тут у нас когда? Ой, тут у нас не скоро. Но уже скоро и закончится. Хотя, в принципе, видите, думала, что не успею. Сделала 623 штуки. Вот эти еще доделаются по-любому. Даже если больше не сделаю, эти доделаю. Ой, куры, вы не поверите, уже начинаем кормить. 109. Ура, ура. А вы когда захотите? Ой, очень вы мало кушаете, редко, печально. Кушать надо с интервалом 2 минуты. Тогда Лена быстро сделает все задание. А мы чему спим? Все заводы работают, а мы, как всегда, отдыхаем. Раз. Тут 5, тут чего? Тут ничего. О! Раз, два, три, четыре. И вот так. Мне бы еще сюда поставить. А, ну, креветки у нас. А креветок больше нет. Есть еще 3 рыбки, я заберу. Что они тут остаются? Здесь уже все будет свеженькое. Так, тут собрать. И поставить. И сколько у меня крючков? 50. Так проще смотреть. Ну, как-то так. Всего места 75. 3 места свободных еще. И все. Так. 9 минут будем кормить. 2 минуты будем кормить. Ну, все чудесно. Шоколад я наконец-то поставила. Свершилось чудо. Что я не поставила? О, это еще успею отнести. Или там уже закончили? Если там уже стоит с подарком, то, конечно, никому ничего не дам. А если нет, стоит. Пришел родненький. Подарок принес. А, так она одна. Надо еще вторую делать по-любому. Так что, ладно, домой. В общем, Леночка продолжает кормить своих любимых курочек, ряб. Ну, а видео мы будем, наверное, все-таки заканчивать. Всем удачной игры и хороших выходных. Всем пока-пока.